Здравствуйте, вы смотрите 7-й канал, в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Встреча в нормандском формате представителей МИД Украины, Германии, Франции и России в Берлине не была безрезультатной. Некоторые результаты есть. Так, в сообщении германского МИДа говорится, разговор представителей четырех стран был конструктивным и привел к сдвигам. Но ответы на многие вопросы еще предстоит найти. В ближайшие дни консультации дипломатов продолжатся. Боевики стягивают новую бронетехнику, включая танки в Куйбышевском районе Донецка и в районе Путиловской развязки. Об этом сообщил народный депутат, глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его словам, танковые подразделения противник использовал в течение суток в районе села Пески, где пытался спровоцировать полномасштабные боевые столкновения, ведя прицельный огонь по позициям украинских войск. По данным Тымчука, новые огневые позиции артиллерийских подразделений террористов зафиксированы в районе Яковлевки, Синоватой, Спартака и в Петровском районе Донецка. Число жертв противостояния на Донбассе продолжает расти. Об этом говорится в сообщении ООН. По данным Организации Объединенных Наций, в результате боевых действий на востоке Украины с апреля 2014 года погибли более 4700 человек. Более 10 тысяч получили ранения. Украина начала испытание нового комплекса беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны продолжает сотрудничать с разработчиками перспективных конструкторов «Патриотов». Вчора було розпочато випробування нового унікального розвідувального комплексу, що складається з двох безпілотних літальних апаратів та позашляховика з системою управління. Рівненські волонтери створили цю систему з урахуванням потреб сил АТО. Характеристики цього безпілотника складають наступне. Розмах крил понад 1,5 метра, висота польоту до 1000 метрів, дальність польоту 15 кілометрів. Ці безпілотники записують зображення в режимі онлайн, що дозволяє виявляти техніку та укріплення супротивника і коригувати відповідні дії. Курдские отряды самообороны вернули контроль над большей частью сирийского города Кабани у границы с Турцией. Они занимают приблизительно 80% территории населенного пункта. Уже несколько месяцев захватить Кабани пытаются боевики группировки «Исламское государство». Для них это стратегически важный пункт в продвижении на еще более обширные территории Сирии. В течение декабря и января ВВС международной коалиции под эгидой США практически ежедневно наносило авиаудары по позициям боевиков вблизи города. Одновременно курдские отряды вели наземное наступление. Между тем, в Алеппо боевики из группировки «Фронт Шамея» используют самодельные гаубицы, чтобы наносить удары по правительственным сирийским войскам в некоторых районах города. Об этом свидетельствуют видеокадры, загруженные в социальные сети. «Фронт Шамея» был создан в конце декабря. Он борется с силами Башара Аль-Асада за контроль над населенным пунктом. За Алеппо также ведут бои «Фронт Нусра» и «Исламское государство». Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель. Сейчас за нее дают 51 доллар и 53 цента. Марка WTI 48 долларов 68 центов. Котировки черного золота продолжают снижаться после вчерашнего обвального падения. На этом фоне российский рубль стал стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро. Так, за доллар просят 64,5 рубля, а биржевой курс евро превысил 76 рублей. Тем временем праздники продолжаются. Православные греко-католики отмечают сегодня сочельник. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды. Она символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Христа. Особая традиция святого ужина – наличие на столе 12 блюд, главное из которых – кутя. Причем все блюда должны быть постными, так как сочельник выпадает на последний день рождественского поста. По традиции, за праздничным столом собирается вся семья. Позже петь рождественские песни приходят колядники, желают здоровья и достатка. А уже 7 января верующие отмечают Рождество Христово. Утром идут в церковь, чтобы отдать дань новорожденному Христу. Затем семья снова собирается на праздничный, но уже не постный обед и начинает большой рождественский прием.
Не минует праздничный рождественский стол с традиционной кутей и защитников Украины. В Алынском селе Маяки участницы женской сотни приготовили сразу 4 вида этого блюда. У каждой хозяйки свой рецепт. Для каждой натолкли орехов, натерли мака и залили медом. Вместо узвара был компот на основе варенья из крыжовника. Помогали готовить рождественские блюда и дети. Готовые яства и другие составляющие поместили в пластиковые контейнеры. Когда у героев будет передышка, они смогут приготовить блюда праздничного стола сами, как это делается в их семьях. Готуємо ми її із зерна, яке підсушуємо, а потім перетираємо, товчемо, знову підсушуємо, знову перетираємо, а тоді намочуємо і варимо. Зерно – це є символ вічного життя, а мед – це є багатство природи. Щоб вони відчули це свято так, як в себе вдома. Вони його святкували, і щоб щасливо повернулися, да, щоб скуштували 12 страв. Так як вдома за столом, вони їх коштували в мирний час. Ми всі будемо знаходитись в своїх сім'ях в теплі, в добрі, а вони там далеко на сході, в окопах, можливо. І вони відірвані далеко від своїх сімей і не відчують у повній мірі того свята Різдва, святого такого гарного, яке є асоціацією наших людей, як дуже тепле сімейне свято. Тому ми хочемо часточку своєї душі вкласти в цю кутю, яку ми сьогодні готуємо. Вас не злякають тортури і муки, живим не приступить до нас ірод цар. Бо глупо жила сідорогу дарує, все нас провадить ясна. А вот в столице Мексики испекли традиционный пирог. Ежегодно в честь Нового года и Дня Святых Королей на центральной площади Мехико всем желающим раздают по куску праздничного угощения. Особенность пирога – его размер – 1,5 км в длину и вес – 9 тонн. Помимо прочих ингредиентов, на его изготовление ушло почти 5 тонн муки, 2 тонны сахара и 43 200 яиц. Организовывают праздник местные власти. Нарезка этого пирога – настоящая мексиканская традиция. Мы празднуем на площади Конституции в Мехико и раздаем тысячи и тысячи, 200 тысяч порций. Каждый год нам нужно продолжать это делать. Нужно хранить традиции. Каждый год приходить на площадь Конституции и отведать пирог. А в Китае тем временем празднуют снежные свадьбы. Традиционный фестиваль в Харбине привлекает множество брачующихся. Среди них не только китайцы, но и зарубежные гости. Почему влюбленные хотят сыграть свадьбу во льду и снеге, смотрите далее. На улице минус 20, а значит, самое время связать себя узами брака. Так считают эти 11 пар в китайском городе Харбин. Есть поверье, что чем холоднее погода, тем прочнее будет брачный союз. Такие массовые свадьбы стали уже традиционными во время проведения в городе ежегодного фестиваля льда и снега. Этот лед и огни в Харбине действительно красивые. Я очень счастлива и довольна. Помимо китайских пар, есть и зарубежные. Не побоялись холода влюбленные французы, сейшельцы и египтяне. Осман, студент по обмену из Египта, решил жениться на своей жене во второй раз. Уж очень хотелось сделать это на морозе. Очень холодно, но нам нравится, потому что мы хотим повторить то, что было 15 лет назад. Я женился на ней 15 лет назад в Египте и снова хочется это испытать. Международный фестиваль льда и снега проводят в столице провинции Хэйлунцзян уже в 31 раз. Открылся он в понедельник. Мероприятие собирает скульпторов со всего мира, и здесь вырастает огромный город изо льда со зданиями, мостами и самыми разными скульптурами. Ледяные скульптуры здесь намного больше и зрелищнее, чем я себе воображал. Это превзошло все ожидания. Я раньше никогда не был на таком ледяном фестивале, так что очень рад. Это что-то очень особенное. Фестиваль продлится до февраля. Билет стоит около 350 юаней. Это примерно 56 долларов США. Это были главные события жизни мира и Украины. Светлого вам Рождества и до встречи в эфире.